Как часто вы думаете о Римской империи? Чего? Мы тоже ничего не понимаем, но говорят, что в этих ваших интернетах этот вопрос сейчас достаточно популярен. Поэтому мы решили узнать, как часто наша команда думает об этом. Вообще не думаю. Вообще не понимаю. Ломаном поехал? Yes. Нет. Один раз не. Ну что и требовалось доказать. А все почему? Потому что у нас все мысли о завтрашнем матче. Встречаемся завтра на Ростех-арене в 15:30.